Jim. Ah, tak je to možná. Блин, кто придумал этот звук для континуума? Просто мне, как любителю футбола, этот звук что-то напоминает. То есть не для континуума, а для чекпоинта. Ну не клон чужих. Чужих там вообще лабиринт. Надо искать. И выход, и все. А тут так. Тут выход найти очень легко. Но, в общем-то, игра сложновата. Я бы не сказал бы, что это полностью клон чужих. Музыка, да, музыка написана, точнее исполнена теми же звуками, что и в чужих. Ну, Кор, ты можешь посмотреть в гугле, кто делал чужие и кто делал этого Дракулу. Может, это одна и та же контора делала. Поэтому все так похоже. Даже так чужие могли слезать с этой игры. Тройной камень, потому что мне его дают. Тут и без тройного, тут и без обычного камня дальше будет сложно, капец. Ай, ну как я забыл про него, ну ёлки-палки.
Бред. Фиалка, я уже 3 раза показывал. Сравнение между новой и старой. Уже новая вот стоит. Только что все видели разницу между ними. И в начале стрима, и вот в перерыве я опять показал остальным, кто подтянулись. Да я и сам офигел, когда еще сегодня вечером. Я, кстати, хотел тебе написать, но вижу, ты как всегда пропала. Топоры, конечно. Вот и хорошо. В скайпе всегда. Я не посмотрел. А, точнее нет, я смотрел тебя в скайпе. Ты в скайпе не всегда отвечаешь, не надо. Я тебя знаю. Ай-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Ай, ну не падай же, ну почему? Одну хренотень нормально прошел. На второй зафейлился. А! Теперь еще и на воде зафейлился. Ну вообще бред. Какой же это бред? Ай! Чё у меня нос чешется? Так, пошли нафиг. Thank you.
Ai! Как-то так это было неаккуратно. Да они там в таком расположении ездили, эти платформы. А-а-а! Вот это вообще бред! Попугай меня перекривлял. Зараза. Блин, какой же он тут резкий. Так, ну ладно. Почему я только что нажал выстрел, но он не сработал? Что-то не то. Круто, взял сердце и тут же потерял. Ну, долбаные привидения. Нет! Идиотина. Ладно, одна жизнь такая. Вот это вообще бред. Короче, херовый трай вообще ужасный. В прошлый раз я так уверенно все прошел.
Вообще без потерь прошел до 7 уровня. У меня 8 жизней набралось и 3 континуума. 7 только не прошел. Ай, нахера я спешил. Обидно. Ха-ха-ха. Это вообще бред. Ладно, подожду. Привет, примета. Таймер — это общая продолжительность стрима. С точностью до секунды. На спидране обычно же другой таймер. Да не, Дракулу я спидранить не собираюсь, я его пройду и все. Просто хочется пройти.
Да блин, ну опять упал. Нельзя ж так падать. Как раз у меня было бы сейчас 6 сердечек перед вот этим вот. Перед вот этим вот. Ай-яй-яй. Обидно. Как ни крути. О! Ну хоть этого говнаря разметри. Ёпки-палки! Долбаный прыжок! Все, 3 хп. Приехали. Ах ты ж сволочь! О да. Ну и это вообще бред. Перед вот этим вот чудиком. Фух, ну я его, конечно. Камушки не взял. Ну что значит спешка? Ах ты ж падла! Забыл я об этом привидении, забыл. Виноват. Виноват. Туда, туда, туда. Только не спешить. Нет! Нет, пожалуйста. Почему я так протупил, а? Так, ну нельзя же. Блин, ну обидно, обидно. Как бы все было хорошо.
Чё вы прячетесь? И босс. Отлично. Убил я его. Фух. Ой, блин, теперь еще и оружие испортилось. Почему этот говнар снова живой или что? Тихо! Это было так эпично, выбить сердце, потерять ХП и не взять сердце. Это эпик. А вы-то думали. Ну хоть тут восстановился. Давай, давай. Фух. Это Дракула. Привет, апдейт. Это Дракула. Это вот эта хрень.
встал один на край. Ну какого хрена опять нарвался? Ну какого хрена? Обидно. 2 хп на ровном месте терять, это очень обидно. Ай! Ох, и живучие существа. Есть. Не, ну нормально так. Дошел, в принципе, нормально. В принципе, нормально я дошел. Нет, стоп, сюда мне стопы не надо. Теперь надо по-нормальному выйти отсюда. Как же мне вот это нравится, этот скелет. Я не знаю, как делать так, чтобы на него не нарваться. Откуда оно там взялось? Ну откуда? Ну пожалуйста, ну не... Там уже чуть-чуть оставалось. Быстрее! Прошу эту долбанную первую комнату, ёлки-палки. Привет, сериал киллер. Как вот эту пройти?
Да ударь уже, ну ударь уже. А, вспомнил я эти... Ай, блин! Вспомнил, надо сейчас. Я, блин, забыл, что тут вот эти дуры. Очень быстрые. Ай! Они не сложные, ну блин. Просто можно на ровном месте заходить. Тут не как пройти, да? Я не знаю, куда идти, короче говоря. Ах, вот что. Это Дракула? Это бой с Дракулой. Да пошел ты нахер! Это, оказывается, последний бой. А как же его тащить-то? Понятно. Есть! Я его убил! Скажите, что я прошел игру. Я прошел игру. Прошел же я драку. Ну, летит твою мать. Да. Капец, какой он легкий, этот, даже с двумя хп я его затащил, этого, блин, Дракулу. Но чтоб дойти до него, это такой гемор, летит твою мать. Сколько я стримов потратил, сколько я траев потратил, чтобы дойти до этого Дракулу и убить его с первого раза. Реально, убить его с первого раза. Ну сразу-то у меня секунд не хватило, я пришел к нему, когда 5 секунд оставалось. И все. А со второй попытки, когда у меня уже было 50 секунд, я его убил. Можно спидранить, да ну его нафиг, не хочу. Игра прикольная, но чтобы...